Всем привет, друзья, с вами Светлавка. И сегодня у нас будет проверка лайфхаков, связанными с сладостью. У нас есть для вас сумасшедшие лайфхаки, мы хотим проверить, работают ли они или нет. И прямо сейчас мы будем их проверять. У нас для вас супер крутые лайфхаки, которые вообще непонятно, работают они или нет, пока ты их не проверишь. Поэтому сейчас мы будем с вами их проверять. Пойдемте к первому лайфхаку. How do you eat your airhead? How do you eat it? Because if you didn't know, airheads, if you shake them, they get smaller. Look. All right, so it's pretty short now. Это выглядит вообще как бред. Я в это особо не верю, и вообще смысл этого лайфхака не особо понятен, но прямо сейчас мы его проверим. Итак, друзья, у нас есть вот такие вот конфеты, мягкая конфета. И сейчас мы будем ее трясти и будем проверять, насколько вообще в целом это работает. Если вот так их трясти, то она должна типа стать меньше, уменьшиться в размере как-то. Ну, кстати, она как будто чуть-чуть уменьшается, правда. Если это лайфхак, то, я не знаю, она просто сжимается, короче, до каких-то размеров. Но это очень больно. Суть лайфхака мне не ясна вообще. Зачем это нужно? Можно просто открыть и сложить конфету пополам, наверное. Но я пока не дотрясу ее до этого состояния, я не успокоюсь. О, я так никогда в жизни не тряс конфету. Осталось чуть-чуть. Это очень больно. Не, чуваки, короче, сейчас давайте для сравнения с обычной сравним. Ну, то есть, как бы вам сказать, различия есть. То есть, она уменьшилась вдвое. Но какой в этом смысл, может быть, мы сейчас поймем. Открываем. Слушайте, ну вообще, ну она типа сжалась. Ну вот тут она прям сжалась очень сильно, она как будто в два раза сжалась. Вот, тут прям, знаете, даже, короче, видно, вот, выглядит как язык. А я понял прикол. Можно сделать просто вот так. Ну типа зачем? Это больно и неудобно. Она еще и кислая. Кошлака фигня, друзья. Поехали к следующему. Toblerone apart. I've always broken it down. Oh my god. You're supposed to pinch Toblerone apart. В целом, реально, как будто так и нужно есть. Я честно, даже тот самый человек, который почти никогда не ел Toblerone, поэтому ко мне это не относится, я никогда не пользовался этим лайфхаком, как в целом, в принципе, его никогда не ел. Но сейчас мы с вами проверим, так ли это работает, вообще нужно это и правильно ли так есть или нет. Погнали. Короче, друзья, вот у нас Toblerone. Открываем. Снимаем фольгу. Ну и, собственно, вот Toblerone. Как бы вы его съели обычно? Ну, наверное, я бы сделал это вот так. Как бы, да? Ну, логично. Но мы-то с вами лайфхакеры. Берете. Берете, делайте вот так. Чикс. Все, у вас он закрепился. Отсоединяйте. Да, теперь нормально. А в чем смысл? Измазаться в шоколаде. У меня нет слов, мы можем лишь только это проверить, друзья. Если это реально работает, я не знаю, что я сделаю, я сойду с ума просто. Итак, у нас есть Pringles, у нас есть вот такая открывашка. Сейчас мы будем открывать эту банку со дна и посмотрим, есть ли там внутри соус. Но вообще по звуку как будто есть. Узнаем. О! Открыл момент истины. Если там что-то есть, я в шоке буду. Тут васаби внутри. Это Pringles. Ну вот тут нарисован васаби. Вот это вот. А внутри находится васаби к ним. Чё? Что это? О, это реально васаби. Смотрите, реально настоящее васаби. И вы берете чипсы, макаете в васаби. Блин, она даже вот идеально подходит. Реально кайф. Я шокирую. А на самом деле, друзья, все это было вот так вот.
Поэтому никакого васаби внутри нет, друзья. Это видео фейк полнейший. Мы просто взяли, положили туда, чтобы вас пранкануть. О, обманули! Мы вас обманули! Внутри нет никакого васаби, мы просто взяли где-то в рандомном месте. Поэтому этот лайфхак полный бред, и это абсолютная неправда. Поехали к следующему. Друзья, посмотрим, что же находится еще внутри этой пачки Принглс. Тут очень много всего. Опа, вот такой вот Джек Дэниелс, у нас соус внутри, все в этой пачке. И вот такая вот Нутелла. Тут целый килограмм, друзья, все в этой банке находится, напоминаю. О, да, кстати, Нутелла с чипсами, это вот альтернативный такой соус в этой банке присутствует, помимо васаби. Ух, друзья, и вот такая еще пачка ММДМСа. Тут целых 1000 грамм, это целый килограмм ММДМСа. Все в этой упаковке как-то поместилось, вот это вот, что вообще? Друзья, это самый жесткий лайфхак, проверьте, пожалуйста, действительно, напишите в комментариях, так ли это или нет. Возьмите, просто откройте и посмотрите. Вдруг там есть васаби, вот такой вот. Может быть, там даже вот такой ММДМС килограмм. Нам вот это попалось, а вам что попалось? Все, короче, бывает. Вообще, кстати, кроме шуток, с васаби вкусно есть чипсы. Итак, друзья, следующий лайфхак. Лафак. В общем, лайфхак состоит в том, что вам нужно взять обычную банку, вам, в общем, нужно перевернуть вот эту штучку, то есть на 180 градусов, и начать ее открывать. И тогда, если вы начнете ее открывать, она взорвется, и так можно, типа, друзей пранковать. И вообще звук будет, должен быть громкий. Мы сейчас это проверим. Мы специально взяли, кстати, колу американскую, без калорий, без сахара. Сейчас будем мы это проверять. Сначала нужно перевернуть вот эту штуку на 180 градусов, вот так, типа. Чтобы она открывалась не в сторону открытия, а в сторону в другую штуку. Ну, вы поняли, короче, на 180 повернуть вот эту рычаг, что это? Не знаю, короче, повернуть эту штуку. И сейчас, если я начну открывать, она должна жестко взорваться. Сейчас мы проверим. Все, как бы... А, ну, банка-то открылась. Как бы вот что произошло. То есть вот тут жидкость, то есть она вот там открылась, вот капельки капают. В теории даже можно попить. То есть, короче, фигня, нерабочая эта штука. Сейчас мы, наверное, возьмем другую банку от другого бренда. Может, у них будет потверже вот эта вот сверху штука, и может быть она так стрельнет. Пойдемте проверять. На видео, я помню, была, по-моему, банка спрайта. Может быть, мы сейчас либо другую... Короче, посмотрим, сейчас выберем другую банку. Друзья, взяли мы следующую банку, уже это немножко другая баночка. Фанта Грейп вот такая, и она теплая. Мы переворачиваем вот так вот ее. Вот повернули в другую сторону открывашку. Проверим. Да нет, чуваки, это не работает. Она так, точно так же открылась. Ну серьезно, вот прям то же самое произошло. Вот она точно в этом же месте открылась, и сейчас с нее будет течь по капельке. Ну вот, да. Собственно, как я и говорил. Не работает. Погнали к следующему. И следующий лайфхак у нас будет вот такой лайфхак. Вы берете мини-орео, берете молоко, берете, открываете это мини-орео. Казалось бы, вроде его нужно есть так, но нет, вам нужно еще молоко. Вы берете и заливаете туда его молоко. Вот, он заливает, вот. Он наливает молоко в орео, и потом он это ест. Мы сейчас проверим, вкусно это или нет. И может, реально, прикиньте, нужно типа так его есть. Просто не зря мини-орео находится... У нас, кстати, еще тут дополнительный лайфхак есть. У нас вот эти есть мини-орео. У нас нет, правда, такой крышки, как у него, но ничего страшного. Вот такие орео со вкусом мока. Это, короче, как кофе мока. Мы сейчас будем заливать туда молоко. Мы попробуем и съесть эти хлопья, а еще попробуем выпить, как будто это кофе. Чтобы, типа, вкус кофе был, прикиньте. В общем, сейчас мы это проверим. И, друзья, случайно я вот так шел, выбирал чипсы. И тут как раз ложка вот так и стакан молока. Представляете, в цвет орео, вот все брендированное. Нам орео прислали стакан молока. Итак, что находится внутри? Пока все как на видео. Вот у нас такие маленькие орео. Кофейные. Как будто это прям стакан. Понимаете, о чем я говорю? Как будто это прям создано для того, чтобы туда что-то налить. Берем молоко. Так, поехали. Заливаем молоко, заливаем. Кстати, друзья, и вот что у нас получается. А? Походу, это хлопья орео, типа, получается. Нужно пробовать. Не, я думаю, пока не растаяли, нужно пробовать сразу. Реально, орео с молоком. Это очень удобно. То есть вы можете вот так прям сделать. А молоко становится вкусное тоже. По-моему, так и реально задумывалось. Просто никто об этом не знает особо.
Друзья, вторая часть лайфхака. Вы сейчас умрете. Все, что остается, вы вот так вот ложкой перемешиваете. Смотрим. Устраиваете там шейкер штуку. Молоко трансформируется. Далее. Мы берем трубочку. Эта крышка это не закроет? Я думаю, что нет. Молока. Просто проверим. Посмотри. Я думаю, что она меньше. No way. По-моему, мы открыли... Она идеально подходит. Это... Все! Это кофе! Мы получили реально напиток Oreo. Тут, видимо, видите, даже банка задумывалась под обычную крышку. То есть, как бы она идеально подходит, я могу просто пить. На вкус это похоже на обычное молоко, в котором купалось Oreo, так сказать. Поели Oreo, сначала хлопья, потом молоко у вас еще осталось, вы ходите, кайфуете, пьете. Жестко! Пойдемте к следующему лайфхаку. Hello guys, तो आप सबको बताइए आजकल food hacks कितने वायरल हो रहे हैं? ये देखने में बहुत ही ज़्यादा आसान लगते हैं. मुझे एक मैगी के साथ हैक मिला था, मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं. इन्होंने क्या किया, मैगी के पैकेट को ऊपर से कट किया, वहीं पे मसाला डाला, वहीं पे गर्म पानी डाला और ऊपर से कवर कर दिया. और इनकी मैगी नाम понадобится лапша, собственно, как вы видели в самом лайфхаке. Вот такая лапша, дальше горячая вода, ножницы и бамбуковые палочки. Нам нужно открыть лапшу, сделать такое окошко. Так, окошко готово. Дальше мы достаем соус, специи. Высыпаем сначала специи все. И дальше мы заливаем горячую воду в это окошко, накрываем все телефоном и ждем. Вода наливается в этот пакет, и за счет того, что пакет достаточно плотный, а вода, она не выливается. И все, как бы вода в пакете. Дальше нам, как прям, мы сделаем все как видео. Берем телефон. Кладем телефон сверху. Почему-то они не хотят, чтобы мы именно телефон клали. И ждем, друзья. А соус потом добавим, кстати. Ждем, я не знаю, сколько это. В видео вообще не было сказано, сколько мы должны подождать. Ну, я думаю, минут 5, наверное, как обычно, как всю лапшу. Ждем. Друзья, минут 7 мы подождали лапшу, пока она там вся проварится. Итак, поднимаем телефон. Он весь мокрый. Вот первый минус. Что же внутри? Ну, лапша. Берем палочки. И самое главное, интересно нам понять, насколько лапша проварилась. Вот даже так не возьмешь ее, что ли, как-то... Короче, там кусок лапши целый. Она не проварилась. Но, там внутри это самое, соус есть, все есть. О, все! Ну, осталось только соус добавить острый. Там уже не... И теперь замешаем с соусом. Конечно, в пакете мешать немножко странно. Прикиньте, у вас нету тарелки вообще никакой. Есть только стакан горячей воды. Ну, типа в кофейне, например. Поэтому единственный вариант это сделать это так. Мы уже заваривали ее как-то в пакете, открывая сверху штучку, да? Это, в принципе, сработало. А тут, как бы, есть еще вариант с тарелкой. То есть из этого удобно есть. Что, попробуем? Нормально. Типа есть, знаете, небольшие куски, которые не проварились. Но я спешу, наверное, это на наш минус, потому что у нас была не прям кипяток вода, она чуть-чуть подостыла. Знаете, немножко вот так вот я сижу с этим пакетом, ну как-то кринжово, да, немножко. Этот лайфхак подойдет только для именно рамена, в котором должна остаться вода по итогу. Вообще булдак, вода по итогу остаться не должна. Ее нужно как бы сливать, но тут она остается. Ну как бы никуда вы ее и вроде не денете. В принципе, нормально. Короче, в целом, могу посоветовать, но я не знаю, какой случай должен быть, что нигде тарелки нет. Подождите до дома, а? Лайфхак не такое. В общем, друзья, проверили мы все эти лайфхаки. Что могу сказать? Некоторые из них полезны, некоторые из них просто не работают. Может, мы что-то сделали не так, но вроде мы сделали все так. Пишите в комменты, если вы хотите увидеть все-таки тот самый перепроверочку лайфхака с газировочкой, если вам интересно. И вообще, пишите, понравилась ли вам рубрика, потому что если она вам понравилась, мы снимем обязательно вторую часть, третью, ну и друзья, и так далее. В общем, спасибо большое вам за просмотр. С вами был Светлавка. Всем пока!